Улан-Удэнцев будут штрафовать за самовольное захоронение домашних животных. К биологическим отходам относятся трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. Согласно закону, их останки необходимо утилизировать в специально отведенных местах. Правила запрещают захоронение в землю, на свалках, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. За ненадлежащую утилизацию биологических отходов, конечно же, предусмотрены административные штрафы по статье 10.8. Это на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 до 700 тысяч рублей. Утилизировать трупы животных можно только путем сжигания в печах государственной ветеринарной станции. Также ветеринария предоставляет услуги по вывозу биологических отходов по заявкам.